Маршрут автопробега «Лермонтов-Кавказ» отмечен пока только на карте. В воскресенье 27 апреля его участники стартуют из Пензы, чтобы посетить как можно больше памятных мест, связанных с жизнью и творчеством знаменитого поэта. Это Чеченская республика, Грозный, это Валерик, знаменитое стихотворение, кто помнит. Это Дагестан, места, где служил Лермонтов, где он описывает свои похождения. Это дальше мы отправляемся в Азербайджан. Это Куба, Кусары, Шимаха, те города, которые описаны Лермонтовым в своих поездках. После этого будет Тылави, Тбилиси, это грузинская часть эпопеи Лермонтова. После чего мы возвращаемся уже в Россию. Это будет Ингушетия, Владикавказ, Терек, Назрань, Нальчик. После этого, конечно же, Пятигорск, где у нас будет несколько дней. В рамках экспедиции планируется посетить 8 мест, описанных в произведениях Михаила Лермонтова и где поэт когда-то бывал лично. Участники увидят десятки памятников. По всем местам пензенцы провезут специальный флаг и соберут автографы. Мы с собой возьмем несколько книг, которые постараемся подписать во всех местах, которые у нас есть на маршруте. Я думаю, что каждый из экземпляров, который пойдет и в библиотеку имени Лермонтова, и в музей Тарханы, и в литературный музей, станет хорошим экспонатом. Идея автопробега принадлежит пензенскому отделению Русского географического общества. Экспедицию на колесах впервые провели к юбилею Пензы. Успех решили закрепить к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. И мы уверены, что подобные мероприятия, они и исследования в области истории, культуры, они сделают нашу страну, то есть умножат славу нашей России, славу нашего Сурского края, сделают его богаче и краше. В программе поездки запланированы встречи, пресс-конференции, литературные флешмобы и акции. Параллельно участники автопробега займутся съемкой документального фильма и будут выходить в прямой эфир на телеканале ТВ «Пенза». Мы попытаемся сделать несколько прямых трансляций для того, чтобы пообщаться в прямом режиме с нашими уважаемыми путешественниками. До старта несколько дней. Экспедиция отправится в 10 утра от здания городской администрации 27 апреля. Вернуться на малую родину ее участники планируют 12 мая. Елена Кандрина, Валерий Марков, ТВ «Пенза».